Здравия желаю. Старший лейтенант проверки на операции автокресла. Показывайте. Смотрите. Для высадки и посадки пассажира чаша вращается на 360 градусов. Фиксируется только в двух точках – по ходу движения и против хода движения. Сбоку чаша будет не зафиксирована для предотвращения неправильной перевозки пассажира. Очень удобные боковые петли для ремней. Когда усаживаете ребенка, ремни не мешаются. У матрасика для новорожденных снимаются боковые стороны и подголовник. Буквально одним движением регулируется высота подголовника. Всего 12 положений. По мере роста ребенка пятиточечные ремни складываются в специальные разъемы спинки кресла. Мягкая накладка на спинке также регулируется по высоте. Можно отгибать ее по линиям, и она будет расти вместе с креслом. Поворот чаши значительно упрощает высадку и посадку ребенка. Плечевые накладки прорезинены со стороны одежды и скреплены между собой специальным ремешком. Теперь они не спадают. Очень легко регулируется натяжение ремней. До 18 кг детей рекомендуется пристегивать пятиточным ремнем безопасности с использованием опорной ноги и системы фиксации Изофикс. Для детей до 4 лет или весом до 18 кг рекомендуется устанавливать кресло против хода движения. Деткам от 15 до 36 кг можно устанавливать кресло по ходу движения при помощи системы Изофикс и штатного ремня. Опорную ногу можно убрать и не использовать. С каждой стороны у кресла возле подголовника есть фиксирующие петли. Они надежно крепят ремень безопасности и малышу не давит на шею. Все механизмы регулировки кресла спрятаны. Кресло выглядит достаточно компактным и очень стильно смотрится в любом салоне. В кресле имеются индикаторы правильной установки крепления Изофикс и опорной ноги. Обращайте внимание на цвет индикатора. Зеленый значит все установлено верно. Не забывайте регулировать опорную ногу по высоте, чтобы она стояла плотно. Все механизмы достаточно плавно передвигаются и можно подстроить под любое сиденье. Когда упор в пол больше не нужен, его можно с легкостью убрать в специальный разъем в кресле. Вкладыш для новорожденного со съемным подголовником и боковыми частями. Они на кнопках. Для стирки можно снять ткань с подголовника и основного матрасика. С боковых частей ткань не снимается. В основной части матрасик выполнен из материала, похожего на поролон. В подголовнике материал с функцией памяти.
Кнопка поворота чаши достаточно глубокая, это защитит от случайного нажатия. Кнопка для регулировки высоты подголовника позволяет достаточно быстро и легко изменить положение по высоте. Клипса, фиксирующая ремни, спрятана под обивку от посторонних глаз. Нажав на нее, можно с легкостью отрегулировать плечевые ремни. Как я уже говорила, плечевые накладки между собой соединены отдельным ремешком. Теперь не нужно их ловить на животе у малыша. Корпус кресла выполнен из ударопрочного пластика. На сиденье имеется мягкий вкладыш. Кресло оснащено подголовником с наполнителем, который поглощает энергию удара и защищает от боковых столкновений. Материал обивки очень мягкий, нежный, дышащий, 100% полиэстер. Все чехлы с кресла можно снять и постирать. С каждой стороны кресла имеются небольшие памятки по эксплуатации и установке. Кресло выполнено по новому стандарту iSize и прошло все испытания. Благодаря стандарту iSize уменьшается вероятность неверной установки кресла, а соответственно увеличивается безопасность перевозки пассажира. А покупать надо в Баан Бэби. Я хочу быть как Джиган. На чиле, на расслабоне. На чиле, на расслабоне. На чиле, на расслабоне. На чиле.